Итак, привет, дорогой друг, с тобой я, Тутен Балта, мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero, и сейчас примерно где-то 10 утра, потому что мне пришлось сегодня вставать там по своим причинам, так сказать, пораньше, дела всякие делать. Ну что ж, перейдем к сути. Вчера я нашел наконец-то этот грёбаный свинец, и, короче, вот у нас есть этот теперь, так сказать, мореход. Поэтому мы сейчас пойдем по сюжетке. Фига себе, на улице, конечно, прикольно тут. Да, пойдем по сюжетке мы с тобой. Мы сейчас... Вот воду надо. Мы сейчас к пришельцам плывем, потому что у нас теперь есть на чем плыть. Так, это я взял. Красавец вообще. А как тебя? Сиатрак. Сиатрак. Понял, да? Сиатрак. Так, еще рыбка, еще рыбка. С тобой рыбка. Окей. Прикольная тема. Сиатрак. Так, ладно. Надо приготовить пока все эти дела. Изготовитель, рису... А, нет, это не то. Вода. Вода, это важно. Я еще вчера обновил драйвера, поэтому сейчас игра должна будет быть лучше. Так, приготовленный скат какой-то. Приготовленное рыба-перо. Перо под ребро. Так, ладно. Водичка, все. Более-менее. Если что там, пожарем, попьем. По заряду как? 100% заряд. Конечно, прикольно его так мотает. Так, ну чё, поплыли. Пришельцам этим. Никаких модификаций пока нет, но мне их устанавливать, по сути, негде. Потому что у меня базы-то нет. А так все замечательно, нормально. Кстати, смотри, какой красивый вид у нас открывается. Так, пришельцы там, да? Просто знаешь, я бы не мог до туда доплыть без морехода именно, потому что... Ой, ебать, что такое за карты-то? Потому что он мне там жутко нужен. Так, погоди, текстурки прогружаются. Не, вот тут я был. Короче, мне жутко нужен мореход, чтобы сюда вот пробраться. Так, окей. Пришельцы. Ебать, светло, конечно, сделал. Мореход, конечно, более такой. Интересно, я... Вот это вот сканировал. Так, да. Это я сканировал. Так. А тут у нас дальше текстурка не прогрузилась. Ну подождем. Что-то вижу вон. Сейчас глубина 191 метр. Ну, игра в раннем доступе, чё тебе ожидать. Ебать, а это чё за панель заняла? А, фига себе, это типа, знаешь же, это типа видос, как я отплываю, прикольно. Так, а, вот, прогрузилась, отлично. Конечно, камера заднего вида, это прикольно, они решили сделать прям как в автомобиле.
типа, чтобы не врезаться. Прикольно сделали. Технология причете десятка из 15. Ничего, я еще найду сейчас. Так, ну база-то это в принципе вот тут она, это все с ней ясно, но мне бы неплохо было технологии причете еще посканировать. Знаешь для чего? А я сам не знаю для чего. Говорят, что-то мне дадут за это. Я ж все прекрасно, но FPS что-то тут выдает мало. Так, это я. Сканировал, не сканировал, не помню. Че я не сканировал? Вот это, наверное, не сканировал, да? Странно, сканировал, смотри. Значит, вот это, наверное, не сканировал. Тоже сканировал. Не, ну неплохо, окей. Блин, это отрубился. Где что мне? Так. Все, батарейка есть. Да включи просто. Батарейка есть, это хорошо. Кстати, знаешь, где свинец был? А он был совсем рядышком, он был. Вот на это примерно глубине, так сказать. Да странно, что-то я смотрю, все тут просканировал. Ща, не бойся насчет кислорода, сейчас вот в эту в машину залезешь. Сиатрак. А как ты в нее залезешь-то? А, вот все. Сиатрак. Так, попей. Vital signs stabilizing. Все хорошо. И фигню не страдай. Так. Вот я и приплыл, как говорится. А у нас тут ничего интересного внизу нет. Даже странно, что ничего интересного внизу нет. Так, ну-ка, стой. Глубина 200 метров. А что это за звуки-то такие? Так, 275 можно. Ну, судя по всему, мореход он превосходит мотылька, да. А, точно. Батарейку не трать. Вот, все. Так, это что за абракадабра? А, это еще пещера какая-то. Смотри. Интересно. Интересный подход, но нож я на всякий случай достану. Святилище, Робин, Губол. Я пришла с миром. Отсутствие враждебности достаточно. Ты живой или компьютер? В чем различие? Я хочу встретиться с теми, кто построил это место. Чего ты хочешь? Чтобы ты остался здесь? С тобой? Навечно. Зачем? Твои хозяева попытаются овладеть моей силой. Так ты со знаком Альтеры. Так поступили бы и мы. За мной придут другие. Они тоже останутся здесь, вот и все. Я ждала этого всю жизнь, я тебе не враг. I'm not your enemy. Hey. Hello? Ха-ха-ха! Ой, ёбаный рот. Классно.
Замечательно. И как же мне отсюда убираться? А что у тебя тут? Сейчас мостом-то починить, что ли? Не, ну это, конечно, смешно. Это, конечно, смешно. Так, а тут у нас ничего нет. А то мало ли что просмотрел. Интересное, конечно, святилище. О. Ну да, давай меня опять закроем. Ионный куб. А, чертеж ионного куба дали. Ну пофиг, окей. В принципе, тем не меняется. Опять пришельцы, все дела. О, вот это, конечно, хренатень. Вот это, конечно, хренатень. Так, ну-ка, сделай селфи. Сделай селфи. О, отлично. Да не надо так много. Я еще и вот так сделаю. Так, ну это, конечно, супер. Поворачивай назад немедленно. Для чего эта комната? Не прикасайся ни к чему, тебе не понятно. Хуяси. Умри спокойно. Братишка, как мне уходить, если ты меня закрыл? Не, ну окей, давай в бой. А чё мне это что-то показывает? Я, конечно, к тебе подойду, ты не... Или обойду. Чё я понять-то должен? Начну процедуру загрузки. Необходимо сбросить данные в пустой сосуд поиска. Сосуд для хранения найден. Начинается загрузка. Ёб твою мать. Мать, ты ебаный. Загрузка завершена. Ты не имеешь понятия о том, что только что произошло. Я знаю, что это больно. Что случилось? Свободное место для загрузки было обнаружено в коре твоего головного мозга. Это в моей голове? Это неудобно, верни меня. Сперва убери силовые поля. Верни меня, или я уничтожу вашу орбитальную станцию. А почему бы не сделать это сейчас? Мои шансы на выживание будут выше, если я буду привлекать все внимание. Не буду. Я не думаю, что у тебя есть такие силы. По-моему, ты напуган. Тогда я уничтожу тебя. Я испытываю технические трудности. Не двигайся. Не двигайся, ошибки. Перехожу в спящий режим. Я не хотел тебя напугать. Что происходит? Что за дичь? Страх и масса. Не, ну это, конечно, интересно. Как всегда случается какая-то дичь. Ничего не меняется, вечно какая-то дичь. То этот больной, то это пришельца подсадила. Чё, давай, уходим отсюда.
Че нам бояться? Силовые поля убрал, вот и молодец. Только вот куда мне теперь? Вот убрал силовые поля, вот и умничка, чё хрень ты страдаешь. Кстати, можно этот забрать. В принципе. Я вот тут сейчас не понимаю, куда будет прогрузка, конечно. Не, ну ничего, ничего. Все, тут, в принципе, думаю, не будет ничего интересного, тебя можно и забрать. Че, вернемся домой, посмотрим, что у нас там. Открыто, нет. Блять. А, фух, слава богу, нет царапин. Открыто, не открыто. Че у нас там вообще дом-то творится? Конечно, круто так плавать, но запомни, непрактично. Да съебись, ты чё? Во, отлично, мореход рулит. Так. Не, мне просто интересно, мне дали хоть какие-то чертежи нормальные или нет, если он в моей башке сидит. Зачем он сидит в моей башке, если он, бесполезен? Так бы. Что бесполезно. Так, персональные инструменты. Да, а вот зато мне этот крафтер базы Сэнка побывал в святилище. Ага, видел что-нибудь необычное? Например, у твоей биометрии странные показатели. Пополните запас жидкости. Может быть, неисправность? Я хочу убедиться, мы отправляем одноразовый биосканер. Возьми образец и отправь его в грузовой ракете. Хорошо, займусь этим. А какой образец? Погоди. Сейчас. Эй, ты там? У нас проблема. Если ты отправишь образец, то хозяева придут за нами. Я не отправлю. Они все равно придут. Верни меня в святилище. Чтобы ты снова меня запер, нет уж. Тогда я скрою свое присутствие и начинаю сканировать. Молодая Робин, КПК, пиши мне поведение, жаба червя спячки. Жаба червь, умирающая ветка, подпад большую черту спячки моров. Ничего, что за... Так. Теплая закрытая среда, вдох. Звуки убегающей Робин чириканье утихает вместе с ней и покидает предел слышимости. Звуки возвращаются. Робин. Молодая Сэм кричит.
Инопланетное чириканье в этот раз громче. Ты что сделала? Ничего. Что это за штуковина? Ойландский жабочерп. Ты положил его в мою кровать? Неправда. Зачем ты? Что это еще такое? Это в моих волосах. Осторожнее, ему нужна лишь слизь для спячки. Он вымирающий. Он еще сделает. И что? Я зову маму. Не надо. Так. Винтовка. Винтовка. Что мне делать-то? И какая нахрен поверхность? Надо попить делать. А то она тут без воды не может, умирает. Vital signs stabilizing. Calorie intake recommended. Какие калории ты? Принять места, погодя. И пейте жрань, да и блять. Так что мне делать-то? Ракету всякую хрень не отправят. За ней придут ты сегодня или нет? Чё-то я жду не дождусь. Надеюсь, придут, а то скучновато. Так, ну давай тогда. Приготовленная еда, рыба бумеранг. Пожарешь. Ебать ты ебанулась, мать, что с тобой не так-то, блядь? Ебать, это чё за баг-то такой был? Почему я... У меня жрача было только хуже, чё? В чём прикол-то, блядь? Ионная батарея. Батарея, изготовленная по инопланетной технологии. Если я попробую сделать. А, ну да, пока не попробую. Уна, перенчик. База 1. Которая. О! А вот он груз прибыл. Смотри, давай сплаваем. Посмотрим, что за штука-то. Мне нравится то, что сюжет проходит так нормально, спокойно. Так, вот и наш груз. Что от меня надо? Биосканер. Что мне даст этот биосканер? Ну-ка. Это отмечается или что? Сэм, я взяла образец. С виду в норме. Хорошо, отправь его как можно скорее. Грузовая ракета должна появиться у тебя на экране. Сделаю. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Не, ну, это грузовая ракета, конечно, но я и так знал, где она. Так, вот это вот можно мне убрать?
пожалуйста. На их могу еще красить, да? Так, это ты у меня будешь таким. Сигнал остров сгрузовой ракеты. Так, а мне больше не показано, да? Ну давай, сплаваем, так сказать. Я тебе говорю, это где у меня вон база? Только почему-то база дальше, чем остров с грузовой ракеты. Весело, конечно. Очень весело. Нормально у нас такая серия получается. Так, вот это все приедичь. Ага, ну вот я осторожно, приплыл. Ебать, тут на улице пиздец творится. Чё ты забираться-то будешь, мать? Не, ну я понял, что за грузовая ракета, можно ее убрать. Ну конечно, тут сейчас пипец намело. Чё так резко темно стало? Так, ну вон я в принципе вижу, куда идем. Так, метка это у меня синяя, да, вообще красиво. Бля. А разработчики предупреждали, то что она забаганная. Блять, заново что ли? Ну ладно. Давай пройдем заново. Пройдем заново, чё нам? Это чё? Оставленный ТПК, зачем? Все, давай заново бежал, вот прям бегом. Пора просто дела большие делать. Сюжет надо отправить, эту хрень. Только не проваливайся, пожалуй. Конечно, красиво, но ты не проваливайся. Куда я иду-то? Красная планета, красота какая. Так, ну по идее, если честно, я хрен знает куда иду, но надо вот сейчас вон туда, вот на эту станцию в небе отправлять.
хрень всякую. Так, тут я, наверное, прошел, нет? Найти надо бы эту ракету. Короче. Угу. Да это наёб, нет, не то. Так, надо побегать тут немножко, поискать. Наверное, скорее всего, вот вверх идти. Чем больше этой грёбаной метели, тем значит ближе. Так, ну вот тут вот это, да? Вот тут я потом так прошел. Тут фонарь. Вот, нашел, все. Теперь надо мне подниматься сюда. Иди вот к этой ракете. Которую я уж починил. Чё, всё что ли? Отправляю, давай. Весело. Ух, ебать, отправил. Посылка в пути, Веспер. Принято. Если что-то не так, мы заберемся. Может, все равно поторчешь пару дней на отдыхе. А почему бы тебе не слетать на экскурсию сюда? Вспомнишь, что жизнь есть другие цвета, кроме белого, желтоватого, белого, серого. И температура ниже нуля? Нет, спасибо. Кстати, а замерзание на смерть? Если ты останешься на лёд, тебе нужен этот гель. Ты доверяешь мне полярного лиса, если найдется версия правды, которая она обозна? Ты просто супер. Если вы это слушаете, она потрясающая, гляди ей по ушам. Прости, ты пропадаешь. Люблю тебя. И что теперь? Теперь пиздец. Строить ракету из двух титанов и весело. Так, ну по сюжету я прошел, это уже хорошо. Ладно, давай сохранимся на этом моменте. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутэмпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий по Сабнатике Белого Зеро. Всем удачи, всем пока.